Историческое здание. По идее, это самая знаменитая диорама музей и одна из первых работ Митрофана Ивановича Ремизова. Выполнена под руководством его наставника. Поединок. Диорама «Поединок» создана в 1939 году. Одна из старейших. Она хорошо сохранилась до наших дней и является гордостью музея. Подводный мир. Здорово, все. Ну вот, блин, какая щука огромная. Трофейная. Подзалистный процесс по гистине. Кислая сосновая воля превращается в водородный слой, сыпучий серый комок. То есть это все здесь как бы вращается, перемешивается. Болотный процесс. Длинный процесс. Сладкая медянка, а мы вот обыкновенная златоглазка, вот, по-моему, похоже, да? Угу. Вот мохнатая сколь. Как она расставить? Косить? Помнить. Убери ее, без нее лучше. Смотри, я сижу. Яблоня. Привыкла ясень. Иду. Здесь вяз, липа, яблоня. Мужчина. Вот этот мы сегодня видим. Ага. Это хохлоты. Ну, это вот весной. Много их, очень красиво здесь смотрится. Выставка «Красная книга». Очень страшная. Но это вот где обитают они. Показывай. Смотри, какая здоровая бабочка. Ты когда-нибудь видела у нас такую бабочку? Ну, сейчас, Поль, надо же. Ой, красавица зеленая. Эти бабочки занесены в Красную книгу.
Меня вот заинтересовала такая крупная. Сейчас я прочту, как она называется. Зеленоглазка большая. Огромная просто бабочка. Это бабочки Воронежской области. Зеленоглазка в общем? В каких точках она водится? Это тоже Воронежская область. Ой, какие красавицы. Ну, фокусируйтесь. Такую встречу. Да. Уж. Быстро. Огромнейший. Посмотри, себе белочка. А я белочку не вижу. Как бы птенца. Ну, это вот показано, что как в природе все устроено. Белочка вот птенца кушает. Так природа устроена. Ой, а это мыши, что ли, какие-то по веткам? От лисички. От лисички убегают мышки. А это что за птичка такая красивая? А здесь еще написано под номером. Где она сидит? Вот, это пятый. Вот, пятый. Зяблик. Блин, нельзя сразу, когда они такие маленькие, хорошенькие. Сова поймала кого? Кого она поймала-то? Зайца? Мышка, привет! И вот смотри, змея, гадюка ползет за этим. Да, вот гадюка Никольская, которую мама говорила, самая опасная вот эта. Гадюка, да? Ну, черная Никольская, вот мне написано. В нашей вот местности, а да? А вот рыжая вечерница, вампирка. Вот, смотри, ты чуешь. Ест, медалька. То есть все друг друга едят. Да. Да, их здесь много, летучих мышей, посмотри. Это птицы и грибы. Это все наше. Какой красавец ворон. А там дятел сидит. Он накинулся на яйца. Этих птичек, смотри, разбил. Они защищают. Ёжики. А еще сильно гнездо, я только заметила. Там яички. И головы не нужен. Вот еще на гнездо. А внизу, смотри, подводный мир там видно. Угу. А это цапелька. Смотри, лягушку надели. 10. Это вот есть. Это зерна обычно. Летит. Орел. Хочет уточку украсть. А видела маленькую работу? Это. Вот 12-е. Это зима. А, вон там вдалеке, да? Угу. Овцы.
Маринку кушают. Это у нас каменная пыльница называется. Пыльница написана. Смотри, змея. Ну, это ветка. Смотри, держит ее. Поймал змею. А вон, смотри, видишь, тоже за маленькой птичкой ходит. А это жук, это жук. А там вот гнездо наверху. А вон семейство идет. Рыбку поймал. Смотри, семейство идет.